Предложный падеж является одним из грамматических падежей в русском языке, указывающих отношение между словами в предложении. Этот падеж указывает на место или месяц, в котором что-то происходило, происходит или будет происходить. Например, если вы хотите сказать, что Санкт-Петербург является местом, где ваша прабабушка выросла, вы употребляете предложный падеж, говоря: «Прабабушка выросла в Санкт-Петербурге». А если вы хотите сообщить, в каком месяце ваш двоюродный брат родился, вы говорите: «Двоюродный брат родился в декабре». Вот образцы слов, заканчивающих на согласные, кроме и краткое. Если магазин – это место, где что-то происходило, мы говорим: «В магазине», мы добавляем «е» в конце. Если местоположение «Киев», мы говорим «В Киеве». Если университет, мы говорим «В университете». Если слово заканчивается на «и» краткое, дело происходит чуть по-другому. Если место музей, мы заменяем и краткое на «е». В музее. Если трамвай, мы говорим «в трамвае». Когда мы встречаем окончание «и» и краткое, мы не используем окончание «е». Если местоположение «планетарий», окончание «и» и краткое заменяется на «и» и в планетарии. Если санатории, мы говорим «санатории». Если сценарии, мы говорим «сценарии». Когда слово заканчивается на гласный, вот что происходит. Если местоположение «библиотека», мы заменяем «а» на «е» в библиотеке. Если клиника, мы говорим «в клинике». Если деревня, мы говорим «в деревне». Если письмо, мы говорим «в письме». Если поле, мы говорим «в поле». Здесь окончание «е» сохраняется и одинаково с именительным и винительным падежом. Если в окончании находится буква «и» перед буквой «я» или «е», сравните с окончанием «и» и краткое. Например, в слове «Германия» окончание «и я» заменяется на «и» и в Германии. Если местоположение Англия, мы говорим «в Англии». Если здание, мы говорим «в здании». Если слово заканчивается на мягкий знак, и оно мужского рода, например, слово «отель», мягкий знак заменяется на «е» в «отеле». Если местоположение «госпиталь», мы говорим «в госпитале». А если слово заканчивается на мягкий знак и оно женского рода, например, слово «площадь», мягкий знак заменяется на «и» на площади. Если местоположение город Тверь, мы говорим «в Твери». Помните, что род слов, оканчивающихся на мягкий знак, нужно всегда проверять по словарю или запомнить. А сейчас давайте разбьем эти окончания по группам. Существуют три группы окончаний. Первая группа слов получает окончание «е». Вторая группа слов получает окончание «и» «и». Третья группа слов получает окончание «и». К первой группе принадлежат те слова, которые в именительном падеже
заканчиваются на согласный, включая и краткое, один гласный, мягкий знак, но только если слово мужского рода. Ко второй группе принадлежат те слова, которые в именительном падеже заканчиваются на и краткое, и я, или и е. К третьей группе принадлежат те слова, которые в именительном падеже заканчиваются на мягкий знак, но только если слова женского рода.